Здравствуйте. Сегодня я решила раскопать свой виноград и проверить, как он себя чувствует. Почему? Потому что в бутылках стал образовываться конденсат, и я побоялась, что почки могут все выпрять. Вот я раскопала бутылочку, проверить, как себя чувствуют саженцы. Глаза темненькая, видно, что она живая. Вот я сейчас обратно, получается, накрою бутылку. Крышка у меня полуоткрытая. И что я хочу сделать? Сейчас я вам покажу на другом. Я вот здесь тоже уже все раскопала, проверила. И из всех саженцев этот мне больше всего не понравился. Если снять бутылочку, то можно посмотреть, что лоза, такое ощущение, что она как высохла. Ну, будем смотреть за ней. Я решила вот так накрыть их, эти саженцы с бутылками, мешками. Сейчас присыплю немножко, чтобы ветром не сдуло, чтобы они не повымерзали, передают похолодание. Но и держать их в земле тоже уже нету смысла, потому что когда греет сильно солнце, они там, видите, какой конденсат, они там просто горят. Температура у нас неопределенная, то жарко, то холодно, и не поймешь. Ну вот лоза вроде хорошая. Я тоже так возьму мешок, накрою и слегка присыплю землей, чтобы он не улетел. Получится такое, как двойное укрытие. Виноград Преображения тоже раскрыла. Лоза живая, здоровая. Почки еще не проснулись. Тоже их накрою. И накрою вот так мешком. Получится своего рода тепличка. Вот сейчас я все так накрываю и буду уже ждать, когда они будут просыпаться. Ну вот так я понакрывала все свои кустики, сделала им такие своеобразные парнички. Думаю, что мороз их уже не достанет. Кому интересно, подписывайтесь. Будем наблюдать за ними дальше.